зоны выходите! Рафис Габдрахманов без устали подсказывает своим подопечным. Он один из основателей дворового хоккея в Кировском районе. Сам 6 лет бегал по льду с клюшкой. Последние 15 лет прививает любовь к мужскому виду спорта молодым спортсменам. Все специалисты хотят работать в двух дворцах. Как бы я выбрал свой путь. Сейчас он воспитывает порядка 70 юных хоккеистов. В основном ученики соседней 70-й школы. Рядом с ледовой ареной даже есть помещение, где маленькие спортсмены переодеваются. Там же музей спортивных достижений. Внушительное количество кубков и все за дворовый хоккей. К слову, на льду наравне с мальчишками шайбу гоняет и девочка Аня. Командная игра, в общем-то, дух командный. Ну, вообще, если честно, бороться за титул, победы. Я посмотрел по телевизору, там играют настоящие мужчины, у них очень хорошо получается, выигрывают, проигрывают, бывают ничьи. Хоккей – это очень классный спорт, и это для мужчин. Сначала занимался футболом, потом начал другие виды спорта, потом хоккей. Поддержать юных хоккеистов пришли сегодня бабушки и дедушки и, пожалуй, самые преданные болельщики – их родители. Сын играет здесь. Как бы они болельщики от Барса и как бы любят играть в хоккей. Приходим каждый день сюда к нашим детишкам, поддерживаем их, бодрим. Им очень нравится. Хоть и холодно на улице, но ничего, держимся, выигрываем. Несмотря на то, что хоккей далеко не дешевый вид спорта, здесь всем желающим юным спортсменам выдают и коньки, и все необходимое обмундирование. Ведь, как говорят тренеры, главное – желание. Артем Логвинов, Роман Фенин, телеканал «Эфир».